Описание способа совершения таяммума. Кто знает, как совершается таяммум? А остальные? С именем Аллаха. Сначала человек должен вознамериться совершить таямму своим сердцем, не произнося это языком. Потом говорит «Бисмилля». Потом он аккуратно ударяет ладонями по земле. И все равно, будет ли это пыль, или глина, или земля, или камешки, или скалы, или песок. Ударить ладонями по земле надо один раз. Затем нужно ударить одной ладонью о другую, или же подуть на них, если на них есть остатки земли. Потом нужно протереть лицо, не прочесывая при этом бороду. Потом нужно провести левой ладонью только по внешней поверхности правой кисти. Затем правой ладонью по внешней поверхности левой кисти. Только по внешней стороне. Понятно? Еще раз. Намеревается. Говорит «Бисмилля». Один раз ударяет ладонями по земле. Протирать лицо, затем протирать внешнюю поверхность правой руки, затем левой руки, и хвала Аллаху.